Снежно-дождливое утро в 9 часу в Каменске-Уральском на улице Уральской. 65-летний пенсионер за рулем темно-синего бюджетного седана породы Datsun Ondo на зебре наехал на 9-летнего мальчика. К счастью, скорость легковушки из-за проливного дождя была совсем небольшой, и потому сбитый с ног школьник отделался ссадинами и ушибами. На автомобиле после аварии ни единой вмятины сотрудники ДПС не обнаружили. А немолодой пилот иномарки объяснил дорожным инспекторам, что он неторопливо, километров 30 не выше, двигался в сторону улицы Каменской и на подъезде к перекрестку снизил скорость, затем и вовсе остановился. Под знаком «Движение без остановки запрещено», после чего продолжил путь, пока на зебре не появился мальчишка. Единственное объяснение, почему пенсионер его вовремя не заметил, это дождь. Вероятно, дворники Датсуна не успевали смахнуть мокрую пелену с лобового стекла. И когда он ударил по тормозам, было уже поздно. Как выяснили инспектора ГИБДД, 65-летний пилот Датсуна имеет за плечами стаж в 23 года. И его 10 раз штрафовали за нарушение ПДД. Мужчина за рулем был трезвый, но, по предварительным сведениям госавтоинспекции, пенсионер, несмотря на все его уверения, все же не остановился под знаком «стоп», что, вероятно, и стало косвенной причиной наезда на младшеклассника. Управляется машина «Датсун», двигаясь по улице Уральская, со стороны улицы Октябрьская, в сторону улицы Каменская. Нарушение правил дорожного движения. Невыполнил требования дорожного знака движения без остановки запрещено. Допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода на перекрестке Уральская строителей на мальчика 2004 года. В результате наезда несовершеннолетний пешеход получил телесное повреждение и был доставлен в городскую больницу города Каменска-Уральска. Госавтоинспекция города Каменска-Уральска в очередной раз обращается к водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения и неукоснительно соблюдать правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов.